Этот аппарат в интернете начитался всякого разного. Некоторые люди говорят, что стой, некоторые люди говорят, что крутая штука. Ну, как физиотерапия, наверное, работает. Наверное, работает. В общем, разобрал. Достаточно простая схема. Ну, я не супер-мега-электрик, но начал проверять базовые вещи. Оказалось, там где-то прогорело кусок платы, наверное, внутри. Или фиг его знает. Ну, в общем, проводочек, пару проводочков подпаял, и сейчас вроде бы все меняю. Вот. Режимы меняются. Сейчас взлетит. Ничего себе! Вот это да! Надо, наверное, выключать побыстрее, а то сейчас что-то случится. Вообще аппарат огонь, конечно. Так со страху можно вылететь сразу. Прям, блин, аппаратище, я бы сказал. В общем, это, как его, что я было хотел сказать. А, что я видел, что его уже разбирали, и там изолентой эти провода обматывали. Это вы что-то делали там, не знаю, может, если там надо что-то подпаять, то вы скажите, я разберу еще эти, изоленту сниму. Я просто не снимал там эту изоленту, я так и не понял, что там с этой изолентой. В общем, да, вроде работает, не знаю, надолго ли. Все, пока.